С момента первого показа на шоу тюнинга SIMA в 2008 году заряженная версия пикапа Ford F-150 по имени Raptor успела пройти большой путь, стать культовым автомобилем для всех любителей пикапов, лишиться легендарного для Америки мотора V8 и обрести его вновь. Это радостное событие случилось с появлением свежей версии одного из самых дерзких серийных автомобилей планеты. Восьмицилиндровый двигатель уже можно было встретить на спорткаре Mustang Shelby GT500, однако для гонок по пустыне его доработали. Появился выхлопной коллектор из нержавейки, изменились масляный радиатор, воздушный фильтр и настройки механического нагнетателя. Рабочий объем — больше 5 литров, мощность — 710 лошадиных сил, крутящий момент — почти 900 ньютон-метров, коробка передач — 10-ступенчатый автомат. Но Ford не был бы Фордом, а Raptor Raptor'ом, если бы все дело было в моторе. Как вам дорожный просвет в 333 мм? В грязи большая колесная база и приличная масса наверняка станут проблемой. Но уж мчать по пустыне Raptor R умеет на пятерку. Тут и усиленная подвеска, и регулируемые амортизаторы Fox с выносными емкостями, и 37-е колеса, которыми машина укомплектована штатно. Электроники тоже хватает, настраивать можно даже звук выхлопной системы. Теперь Ford Raptor опять готов составить достойную конкуренцию пикапу Ram 1500 TRX. Но с другой стороны, у электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E тоже появился новый соперник. Его зовут Chevrolet Blazer EV, и такая модификация будет существовать параллельно с Blazer'ами, оборудованными DVS. С одной стороны, в основе уже знакомая по другим моделям концерна платформа Ultium. Но с другой, это редкий случай, когда машина предлагается аж с тремя вариантами привода. Передним, задним и полным. Обычно такое разнообразие встречается в мире фургонов. Подробные характеристики пока держат в секрете, но не похвастаться самой мощной версией под названием Blazer EV SS американцы просто не могли. Два электромотора развивают 565 лошадиных сил, разгон до сотни занимает около 4 секунд, запас хода 467 км. Среди прочих отличий топового электроблейзера — эффектные 22-дюймовые диски и продвинутый спортивный режим Wide Open WAT, недоступный на других версиях.